Явка во время выборов президента России в марте превысит 60%. Это прогноз генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения. В Ульяновской области к процедуре относятся серьезно. Лидирует запрос на стабильность, перспективу. Жители региона отмечают, для них важно ощущение силы государства и его развития. Ну, во-первых, это деньги налогоплательщиков, да, их нельзя тратить просто так. Нужно ходить на выборы, чтобы не было вторых и третьих туров. А вообще, мне кажется, сейчас важно для всех. Мы много работаем с молодежью, и вот эта гражданская позиция, она должна усиливаться. Мы должны показывать пример подрастающему поколению. Подрастающее поколение, в свою очередь, ждет от главы государства новых решений по развитию молодежной политики. В Ульяновской области уже сейчас есть ряд проектов и программ, действующих благодаря привлечению средств федерального центра. К примеру, открыт Дом молодых – площадка, оснащенная современным оборудованием и предоставляющая пространство для творчества. А школьники и студенты вовлечены в движение первых – отряд пионеров на новый лад. Студенты вузов и колледжей намерены делать выбор в пользу того кандидата, кто сможет продолжить развитие в данном направлении, чьи взгляды и идеи близки населению. Выбирается тот человек, который будет именно развивать дальнейшую историю, то есть финансы, молодежное правительство, молодежь именно региона и нашей страны огромной, а также и население. Спортсмены голосуют за развитие физической культуры, строительство новых манежей, залов для занятий легкой атлетикой и боксом. Это лишь малая часть идей, близких по духу ульяновцам. Они, в свою очередь, уверены, что участие в выборном процессе не просто галочка напротив инициалов кандидата, а шанс быть причастным к истории своей родины. Я считаю, что вообще каждый гражданин важен, его голос очень важен, потому что все-таки мы выбираем свое будущее, и каждый житель страны, России, он должен сделать этот выбор, обязательно сходить, прийти на избирательство, участок сам, со своей семьей, проголосовать, как он считает нужным. Проголосовать ульяновцы смогут с 15 по 17 марта. С организационными вопросами помогут общественные наблюдатели. Они будут работать на всех избирательных участках региона. Их в Ульяновской области подготовят больше 400. На каждом будет запущена онлайн-трансляция процесса, кадры направят в Центр общественного наблюдения. За ситуацией смогут следить не только специалисты, но и все жители региона. Сделано это для прозрачности процедуры выборов. Александра Никитина и Геннадий Бухтаяров. Улправда ТВ.